Здравствуйте, уважаемые ученики! Тема нашего урока – перед вами дилемма. Сложно подчиненные предложения с несколькими придаточными. Сегодня на уроке вы узнаете, что в сложно подчиненном предложении с несколькими придаточными могут комбинироваться типы подчинения. Вы научитесь определять тип подчинения в сложно подчиненном предложении с несколькими придаточными, а также научитесь ставить знаки препинания в сложно подчиненном предложении с разными типами подчинения. Я вам предлагаю выполнить следующее задание. Посмотрите текст. Жизненный опыт человека можно рассматривать как информационный блок, который может быть перезаписан на внешний носитель, где информация представлена в цифровом формате. Мысль о консервации интеллекта, который предлагается сохранить и передать последующим поколениям, не раз появлялась в научно-фантастических фильмах, где ученые создают различные технологии копирования человеческой памяти, чтобы воспроизвести впечатления, воспоминания героев в цифровом виде. Как вы думаете, нужно ли сохранять память и впечатления в цифровом формате? И следующий вопрос. Можно ли считать данный вопрос дилеммой? Почему? Действительно, вопрос о том, нужно ли сохранять память и впечатления в цифровом формате, является дилеммой. Данный вопрос предполагает два выбора решения, которые взаимоисключают друг друга. Ну а теперь давайте выполним следующее задание. Спишите предложенный текст. Вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки препинания и постройте схемы сложных предложений. А теперь проверим, что у вас получилось. Жизненный опыт человека можно рассматривать как информационный блок, который может быть перезаписан на внешний носитель, где информация представлена в цифровом формате. Проверяем. Жизненный – две буквы «Н». Рассматривать – две буквы «С». Информационный – две буквы «Н». Цифровом – буква «И». А теперь рассмотрим структуру данного предложения и его схему. Схема данного предложения выглядит следующим образом. Здесь два придаточных с последовательным подчинением. С этим видом подчинения мы знакомились ранее. Рассмотрим второе предложение. Мысль о консервации интеллекта, который предлагается сохранить и передать последующим поколениям, не раз появлялась в научно-фантастических фильмах, где ученые создают различные технологии копирования человеческой памяти, чтобы воспроизвести впечатления, воспоминания героев в цифровом виде. Проверим. Интеллекта – две буквы «Л». Предлагается буква «А». Не «раз» пишем раздельно с буквой «Е». Научно-фантастических пишем через дефис. Воспроизвести – буква «С». Впечатление – буква «А». В цифровом – буква «И». А теперь рассмотрим схему данного предложения. Безусловно, если первое предложение вы легко установили тип подчинения, то во втором предложении вы столкнулись с проблемой. Действительно, три придаточных, но они по-разному связаны между собой
и с главным предложением. Главное предложение – мысль о консервации интеллекта не раз появлялась в научно-фантастических фильмах. Интеллекта какого? Который предлагается сохранить и передать последующим поколениям. В фильмах каких? Где ученые создают различные технологии копирования человеческой памяти. Мы видим, что два придаточных относятся к одному главному и образуют параллельное подчинение. Есть еще одно придаточное, третье придаточное, чтобы воспроизвести впечатление воспоминания героев в цифровом виде. Это придаточное с последовательным подчинением. Действительно, в сложно подчиненных предложениях с несколькими придаточными возможны следующие комбинации. Однородное и последовательное подчинение, параллельное и последовательное, однородное и параллельное подчинение. А теперь посмотрите видеофрагмент. При сочетании соподчинения и последовательного подчинения в одном предложении можно нарисовать такие обобщенные схемы. Как видим, возможны комбинации связей. Может быть одновременно и однородное, и последовательное подчинение, неоднородное и последовательное подчинение, однородное и неоднородное подчинение и другие. Например, вопрос уже не состоял в том, в какой степени это возможно, а только в том, что выгоднее и как все посмотрят на это. Прежде чем расставить знаки препинания в сложно подчиненном предложении, следует использовать следующий алгоритм. Первое. Установить общее количество простых предложений в составе сложного, выделив все грамматические основы. Далее. Выделите все подчинительные средства связи, подчинительные союзы и союзные слова. На основе этого установите главное предложение и придаточные предложения. Далее. Для каждого придаточного предложения установите главное предложение. Затем постройте вертикальную схему сложного предложения и на этой основе определите характер подчинения придаточных – однородное, параллельное или последовательное. И затем постройте горизонтальную схему и на этой основе расставьте знаки препинания. Но прежде чем ставить знаки препинания, мы должны помнить, что рядом могут оказаться два подчинительных союза, либо сочинительный союз и подчинительный союз, подчинительный союз и союзное слово. Давайте рассмотрим видеообъяснение. В сложных предложениях с разными видами связи могут оказаться рядом два союза – сочинительный и подчинительный, или сочинительный союз и союзное слово, принадлежащее к разным предложениям. По общим правилам, два союза, принадлежащие разным простым предложениям, должны разделяться запятой. «Я думаю, что если ты будешь стараться, у тебя все получится». В этом случае предложение со вторым союзом или союзным словом можно изъять, не изменяя общей структуры сложного предложения. Сравните. «Я думаю, что у тебя все получится». Когда предложение со вторым союзом или союзным словом нельзя изъять из предложения, не изменив общей структуры сложного предложения, запятая между союзами или союзом и союзным словом не ставится. В этом случае далее должна стоять вторая часть двойного союза – «то», «так», «но». А теперь выполните
следующее задание, чтобы убедиться, как же вы поняли тему. Укажите границы простых предложений, расставьте знаки препинания, постройте схему данного предложения. Когда человек на что-нибудь решается, сделав выбор, он словно ныряет в стремительный поток, который унесет его туда, где он и не думал оказаться. А теперь давайте проверим, что у вас получилось. Когда человек на что-нибудь решается, сделав выбор, он словно ныряет в стремительный поток, который унесет его туда, где он и не думал оказаться. Это сложно подчиненное предложение состоит из четырех частей с разными видами подчинения. Он словно ныряет в стремительный поток, когда человек на что-нибудь решается, сделав выбор. Поток какой, который унесет его туда? Это параллельное подчинение. И далее смотрим. Унесет его туда, куда? Где он и не думал оказаться. Это последовательное подчинение. Между частями сложно подчиненного предложения ставятся знаки препинания. Итак, сегодня на уроке вы узнали, что в сложно подчиненном предложении с несколькими придаточными могут комбинироваться виды подчинения. Вы научились определять тип подчинения в сложно подчиненном предложении с несколькими придаточными. Также вы научились ставить знаки препинания в сложно подчиненном предложении с различными типами подчинения. На этом наш урок окончен. До свидания. До следующей встречи на следующем уроке.